Всем привет! Хочу сегодня сделать обзор на большой свой аквариум, рассказать, какие рыбы у меня здесь содержатся, ну и примерно в каком количестве. Начнем, пожалуй, с самых крупных. Самые крупные у меня в аквариуме – это два вида скалярий. Вот видите здесь в углу две полосатых, это самые старые скалярии, крупные уже, и рядышком две черных. Их я завел не так давно, они еще пока не подросли. Когда я покупал полосатых скалярий, они были примерно такого же размера, как сейчас вот черные. Четыре скалярии. Затем, из живородки у меня представлено здесь три вида. Это черные малинезии, вот одна из них там вторая, и одна отсажена еще в маленький аквариум на нерест. Потом, меченосцы Санта-Клауса, вот они здесь, по центру. Очень красивые, интересные рыбки, яркие, смотрятся поинтереснее, чем обычные меченосцы оранжевые, потому что они такие ярко-бело-оранжевые, полосатые, очень классно выглядят, особенно в зеленых, в заросших аквариумах. Тоже живородки, скоро, я надеюсь, отправятся на нерест, может быть, одна или две самки. И вот из последнего, то, что я купил, это пицилии. Пицилия неон, вот они, видите, несколько штучек, вот, раз, два, три, вот они, все здесь. Очень красивые рыбки, довольно необычно смотрятся. Они действительно по цвету похожи на неонок, тоже с таким голубым отливом. Я их когда сначала в магазине увидел, думаю, неоновая пицилия. Ну, как-то так, не особо они мне понравились, потому что, сами понимаете, в магазине, в аквариуме рыбки выглядят не всегда так эффектно, как в домашнем. Там и освещение не то, и стресс для рыбок, они, как правило, менее ярко окрашенные. Вот. И потом, когда я второй раз приехал еще раз покупать других рыбок, вот как раз таки за бриллиантовыми тетрами я приехал, вот они здесь в углу он плавают, бриллиантовые тетры, и что-то как-то мне понравились эти пицилии, я думаю, дай возьму на пробу. Домой привез, в аквариум высадил, и через пару часов они приобрели вот свой цвет, какой вот сейчас у них есть, такой голубоватый оттенок, отлив. Так классно смотрятся, мне очень понравились. Ну и, собственно, вот еще, да, бриллиантовые тетры. Их у меня примерно штук 5 здесь. Где-то они тут все расползлись по аквариуму. Вон они сейчас их. Они у правой стенки там. Ну-ка. Ну, в общем, они там справа. Некрупные такие рыбки. Прячутся, очень красиво тоже смотрятся. У них такие блестящие мелкие чешуйки. Золотисто-серебристые. Бриллиантовые тетры. Дальше. Из этой же серии у меня есть из хороцинок, это радостомусы, вот они здесь по центру. Их у меня примерно 8 штук. Живые, активные, очень красиво смотрятся стайкой, абсолютно безобидные, такие же, как и любые другие тетры. Называются они радостомусы, либо красноносая тетра. Очень красиво смотрятся в стайке, но их надо покупать прилично, потому что рыбки маленькие, и брать там 2-3 штучки несерьезно, их надо стайку порядка 10. Тогда они будут смотреться очень красиво. Неончики. Неонок я покупал изначально порядка 20, но, как известно, среди неонов выживаемость низкая в аквариуме, и сейчас у меня их порядка, наверное, ну, штук 10, может быть, 12 осталось. Выжили самые крупные, самые жизнеспособные. Это естественный процесс. Неонок я всегда покупал так вот штук по 10, и часть из них отсеивалась. Неончики. Что еще? А, ну вот, собственно, по центру. Сиамский водорослиет. Один, кстати, надо к нему прикупить еще, наверное, одного или двух. Они же тоже как стайные рыбки. Лучше будут смотреться стайкой. Далее. Есть еще у меня сомики. По сомикам тут немножко сложнее. Они все там в траве прячутся, вот один коридорос там плавает, он по центру, если его видно. У меня их два вида, это мраморные коридоросы и золотистый. А, вот, кстати, мраморные, вот они, выплыли, маленькие сомики. Очень симпатично смотрятся, такие классные. Сейчас попробую их поближе показать. Вот они. Также есть у меня здесь два анцитруса и один птеригоплихт. Но их, к сожалению, тут найти, наверное, будет довольно сложно сейчас. Вон я там вижу на листе эхинодоруса кто-то притаился. Похоже, это анцик. Ну-ка. Где ты там? Вот он, да, анцитрус. Это уже подросший.
Птерик, в отличие от анцитрусов, какой-то более пугливый, он постоянно прячется, его увидеть вообще довольно сложно. Редко когда вылазит, в основном все где-то там в траве ползает. Вот такое вот разнообразие у меня. Я посчитал, примерно у меня получилось около 50 рыбок в общей сложности. Порядка 50. В основном все рыбки мирные, ну, за исключением скалярий, конечно. Они, в принципе, ведут себя нормально, но когда я заселил сюда пару новых черных, вот этих скалярий бархатных, полосатые начали их гонять. Первое время думал, не уживутся, но спустя пару дней все нормально. И сейчас они не конфликтуют, живут спокойно. Вот такое вот разнообразие. Еще в одном маленьком аквариуме у меня живут три или четыре золотых малинезии. Тоже хочу их развести. И там же есть петушок, также пара коридоросов мраморных, пятнистых. Ну и пара анцитрусов. По сути то же самое, то есть единственное, чего здесь у меня в большом аквариуме не хватает, это золотых малинезий. Если они там у меня расплодятся, я их сюда часть пересажу. Вот еще одна данио, кстати, плавает тоже. Это еще со старого аквариума у меня осталась рыбка. Их было несколько, но вот одна единственная. Я уже не знаю даже сколько, наверное, года полтора этой рыбки. Вот так вот. Ну вот такой вот. Аквариум у меня на 200 литров, порядка 50 рыбок тут. Да, может, маленько тесновато им, хотя, в принципе, я стараюсь, чтобы у меня центральная часть аквариума не зарастала сильно растениями, поэтому места им хватает. А, еще же забыл, вот у меня тернеции. 4 штучки тернеции. Довольно крупненькие такие стали. Тоже это у меня еще со старого аквариума они остались. Им уже, наверное, тоже больше года. Ну и вот пицилии голубые. Сейчас одни из моих самых любимых. Прям очень красиво смотрятся. Надеюсь, получится их размножить. И будет у меня стайка со временем. Смотрятся даже намного ярче и интереснее, чем неонки. Вот такое вот видовое разнообразие в моем аквариуме. Делитесь в комментариях, кто у вас живет, какие у вас любимые рыбки. Будет интересно посмотреть. Вот скалярии опять спрятались в угол. Может, они там к нересту готовятся, не знаю. Последнее время полосатые большие скалярии начали как-то в углу прятаться. В траве там. Вот одна, а вторая там все время. Может, и правда нереститься собираются. Было бы неплохо. Ну, конечно, наверное, в большом аквариуме, в общем, вряд ли что-то там выживет из мальков. Ну, а вдруг повезет, кто его знает. Ну, ладно, посмотрим. Ну что, всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, не забывайте, ставьте лайки. Ссылочка на мой Дзен-канал будет в описании, если вы смотрите на Ютубе или на Рутубе. Ну, кто смотрит на Дзене, оставайтесь на канале. Всем пока, до новых встреч.